В эфире «Утро Карачаева и Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро! И начинаем новый день февраля с погоды. В Карачаево-Черкесии без осадков, ветер восточный 6-12 метров в секунду, порывы будут до 23. Температура ночью минус 4, минус 1, в горах до 23 градусов мороза, а днем до плюс 7 и местами минус 2, плюс 5. В Черкеске без осадков, ветер восточный 6-12 метров в секунду и порывы до 23. Температура ночью минус 1, минус 3, днем 2 градуса выше нуля. Россия – мои горизонты. Региональный филиал Российского общества знания на регулярной основе проводит мероприятия для учащихся образовательных учреждений, помогая им определиться с будущей профессией, о востребованности, значимости, особенностях тех или иных направлений. Школьникам рассказывают эксперты. На одном из занятий побывал корреспондент Артур Мхце. Для кого-то урок профориентации – просто возможность расширить свой кругозор. Для других не исключено первый важный шаг по пути во взрослую жизнь. И лекция специалиста помогает на него решиться. Каждый урок говорим о новой профессии, о разных направлениях в этих профессиях. И вот я лично сам до конца не знал, кем я буду, не определился еще. А вот на уроках уже постепенно, с каждым уроком все больше и больше на ум приходило, кем я стану. И вот я выбрал профессию инженера, но пока по направлению думаю, каким я буду. У нас были уроки по направлению медицины. У меня уже были некоторые мысли насчет того, чтобы поступить в эту сферу. Но после того, как я послушала многие уроки, мне очень понравилось, и я вдохновилась на то, чтобы все-таки пойти туда. Региональный филиал Всероссийского общества знания сотрудничает с представителями многих сфер деятельности, давая молодым людям возможность узнать как можно больше о нюансах той или иной профессии. На этот раз школьникам рассказали о специфике работы средств массовой информации. В первую очередь о том, как организован процесс создания телевизионного продукта. Быть может, кто-то после такой встречи решит стать репортером и покорять вершины ТЭФИ. У нас родители, конечно же, советуют детям своим, куда пойти, как сделать лучше. Но у них есть свое мнение, а мы как бы тоже советуем, потому что человек непосредственно, приходя сюда, делится своим опытом, как у него проходило в жизни. И может человек, знаете, бывает разное в жизни. А когда слышишь человека рядом стоящего, ты, может, прислушиваешься к его мнению. И так намного проще определиться. Мы каждую неделю, каждый четверг знакомим их с этими отраслями, чтобы ребенок, уже там выпускник, даже начиная с 6 класса, мог уже знать, по какому пути ему идти, какую выбрать профессию. И вы знаете, я хотела бы сказать огромное спасибо тем разработчикам именно вот этого профминиума, что они нам дают очень шикарный материал, чтобы мы в течение 40 минут могли познакомить детей. Россия – страна возможностей. На это стараются обратить внимание слушатели и эксперты, чтобы показать направление своей деятельности как есть, без романтических прикрас, но при этом заинтересовав молодых людей реальными перспективами профессии. Артур Мхце, Ренат Муков, Вести, Карачаево-Черкесия. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести» на ногайском языке. Затем политические дебаты. А в 14:30 «Вести» Карачаево-Черкесия с Аллой Динаевой. Всем удачной рабочей недели, хорошего дня и встретимся завтра.